Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-доктор. Сегодня я хочу рассказать вам про такой тег, как аудио. Данный тег позволит нам добавлять аудиозапись на наш сайт, если это необходимо. Давайте рассмотрим, как работает данный тег. Тег аудио и закрывающий тег. У него должен быть атрибут src. Это путь к воспроизводимому файлу. Здесь я указал music.mp3, и в корень нашего проекта загрузил данный файл music.mp3. Давайте взглянем. Вот мы видим этот файл у нас, который будем воспроизводить. И теперь у нас уже будет доступно воспроизведение. Давайте сохраним, зайдем в браузер и проверим, что у нас появилось. Но, как видим, у нас ничего не появилось. Почему же? Потому что нужно добавить такой атрибут, как controls. Давайте запишем его здесь. У него нет никаких значений. Просто controls. Сохраняем, заходим. И теперь мы видим, у нас появился media player. Мы можем менять громкость звука и воспроизводить. Давайте проверим. Видим, все отлично работает у нас. Взглянем, какие здесь есть еще атрибуты. Автоплей, то есть звук начинает играть сразу же после загрузки страницы. Loop, это повторение воспроизведения после его завершения. И preload, то есть для загрузки файла вместе с загрузкой веб-страницы. Давайте попробуем поставить еще параметр от автоплей. Сохраним. И мы сразу же услышали звук, потому что у нас страница автоматически обновляется за счет Live Reload, и музыка начала играть сама. Это говорит нам о том, что атрибут работает. Удалим его пока что. И можем также использовать этот атрибут в зависимости от необходимости. Давайте убедимся. Ждем 7 секунд и посмотрим, начнется ли он сначала. Да, мы видим, все прекрасно работает. Все эти атрибуты доступны вам для использования. Тег простой, тег аудио, и в нем указываем нужные нам атрибуты, путь к файлу, и все у нас работает. Добавляется небольшой проигрыватель на сайт, и вы можете прикреплять аудиозаписи. На сегодня это все, что я хотел вам рассказать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями. И до новых встреч в следующих видеоуроках.